Всем доброго времени суток, дорогие друзья. С вами я, Лапси. Вот. Сегодня мы начнем проходить метро 2033. Также тем, кто будет смотреть это на ютубчике в повторе, желаю приятного аппетита. Записайся чайком, кофейком, берите сладости. Вот. Ну а мы начинаем. Давай. А давай на хардкоре пройдем. А вот почему нет? В туннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Держись! Опа! Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Так, стоять. Давай сразу же настройки играем. Субтитры, подсказки, сложность. Нет, управление. Мышь, чувствительность. Точность прицела. Угу. Клавиатура. Ну, я думаю, тут будет так, в принципе, понятно. Тихо! Еще чуть-чуть. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Хорошо. Так, взаимодействовать с объектами, ну. Открывай ворота, я прикрою. Так я же не против. Подожди, все. Открывай ворота, я понял. Понял, все. Ржавая так, дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Да, нормально. Все. Артём, пошебурши по ящикам. Вдруг найдешь что полезное. Понял. О, свет. Неплохо. Готов, Артём? Со мной. Подожди, ты посмотри, тут что есть. А можно заменить? Пистолетик. Ножичек. Все, ладно, да, пойдем с этим. Ну все, давай наверх. Ну давай. Так-так. Похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты долго не протянешь. Мы почти на месте. Это концертный зал. Так, противогаз. Во многих местах, соответственно, в особенности на поверхности, противогаз необходим для выживания. Когда вы начинаете выходить, нажмите P, чтобы надеть маску. Чтобы снять, удерживайте P. Для того, чтобы узнать, на сколько времени у вас осталось фильтров, посмотрите на часы E. Угу, хорошо. Так, нажмите U. Отсюда до башни два шага. На какой башне, дружище? Заряжай оружие. Зарядил. А вот и стражи. Пожаловали. Давай-ка наляжем. Тянем-потянем. Тянем вместе. Готов? Поехали. Тянем.
Двинули. Вот она, наша цель. Наконец-то. Единственное, что... Подожди секунду. Угу. Давай я сделаю, пожалуй, вот так. Тут будет прям очень громко. Даже вот так, наверное. Мельник на связи. Ульман, как слышите? Прием. Слышу вас отлично, прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Пошли. Остальные уже, наверное, на месте. Что такое? А вот и они. Так, подожди, в прицеле мне тоже надо убавить мышь. Давай вот так. Все-таки вот тут, наверное, пожалуй, вот так чуть-чуть сделаем. Нет, нифига. Неудобно. Значит, будем вот так бегать. О, неплохо, да. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Какой шум? Душу. Спокойно. Спину перекиньте. Здесь, пожалуй, придется пожестче, чем в библиотеке. Спокойно. Чертяка! Усюка! Восемь дней до этого. Метро. Это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх, пока не пришел он. Хантер, друг моего отчима, он изменил все, и в особенности... мою жизнь. Угу. Хорошо. Кусь, привет. Это все лишь фотографии.
Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Хорошо. Ну, неплохо, можно побрынчить. Ага. Найдите. Взрослая. Класс. Пойдем, Артём, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Что ты хочешь делать с черными? Да, Коля. Найти и уничтожить. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Дела неплохо, Кусь. Черные нас всех перебьют до единого. И сожрут. Как твои? Послушаем Хантер. Давай, я не против. Сереженька, моего никто не видел. Сережа! Привет, Артём. Прошлой ночью мы снова напали на наш дозор. Госпиталь переполнен. Все под контролем. Мам, мам! Пойдем, Артём, а пойдем. Пойдем. Лёша, боже ты мой, что же делать теперь? Где ты, Лёша? Не хотел тебя отпускать на это дежурство. Пётр! Все, не знаете? Лёху кто-нибудь видел? А, извините, не узнал. Он в ночь вчера дежурил. В самом пекле оказался. Что такое, Кусь? Что случилось? Рассказывай. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артём. Здорово. Как раненые? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Нет. Люди сходят с ума. Понял. Не могу. Что такое дрожь? Добраться. Куда добраться? Не выходит. Нет, проваливайте, не трожьте меня. Ладно, успокойся. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер, все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Почему-то дела плохо. Опа, спасибо за донатик. Усюка, вообще. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Спасибо за донатик, Вирус. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Здорово. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну-ка, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Опа! Держи. Давай. Это не просто мутанты, поверь. Красиво. Это что-то новое. Что-то... страшные. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это... они Опа. Идут сверху. Только этого не хватало. Черт, ту же за стенкой наша больница. Кирилл, не зря я закрывай туннель. Хан... Саныч, мы остаемся в этом зале. Вперед, пошли! Согласен. Артём, бери оружие. Давай. Здесь. Да, отойди, ну. Спасибо, Вирус, за донатик. Приятного тебе просмотра, да. Переключаться между различными видами оружия. 1, 2, 3, 4, 5, ну понятно. Или колесико мыши на выбор. Ага. ЛКМ для подтверждения. У вас всегда есть нож на единичку. Используйте его, если закончились патроны. Понял. Погнали. Черт, где же они вылезут? Они так где? Вот тут по-любому. Сюда. Больница рядом. Запах крови. Ага.
Все? Ага, ну конечно, да, все. Вы там не наглейте, ребята. Безнадежно! Нам их не остановить, Хантер! Нормально все. Пошел к черту, слышишь? Че такое? Артем, с тобой все нормально. Конечно, со мной все хорошо. Не пропадет. Отлично. Отбились или как? Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты юморишь, что ли? Ты как скотина, которую ведут на бойню. Согласен. Я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди и глянь. У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотрошили. Черные! Черные напали! Внешний блокпост уничтожен! Неплохо. Ну, побежали. Не могу. Не могу добраться. Черт, черт, черт! Опять добраться не могут. Надо понять, до куда они не могут добраться. Дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не понял. Подведи. Мельник. Если мы хотим выжить... Мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Конечно. Разве у нас есть другой выход? И выбор туда же. Глава первая. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто. Но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье в оружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Кто там? Кто меня ждет? Вот стоц перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц перевертоться, кушает капот! Вот стоц... Так. Мы только что взяли патроны, деньги. Качество у... Качество и убойная сила этих патронов, сохранившиеся еще с довоенных времен, делают их очень ценными. Патроны, деньги используются как валюта, за них можно покупать оружие и предметы в оружейных магазинах. Также их можно поменять на другие типы патрон. Ага. Хорошо, 5.45. Если вы заблудились или хотите узнать вашу текущую цель, нажмите мягкий знак, чтобы достать планшет. Понял. Это у нас М-ка. Ага. Нажмите ЛКМ, чтобы использовать зажигалку.
или ПКМ для чего? А, чтобы увидеть целя. Понял. Без проблем. Так, ну гитару мы трогать не будем. Поехали. Прекрасно. Как же меня достало все это, чего я терплю? А, теперь давай нарисуем. Вот, этот мужчина, он пазан, оборачивается ко мне и говорит. Люди грязные, вру, моя жизнь. Предатели сплошные. Посмотри-ка, кто тут такой чистил. И вообще. Состоится собрание по вопросу создания военного союза со станцией Рижской. Никогда у нас не станут. В мире метро вам встретятся торговцы, которые продают оружие и разные предметы. Как валюту используются нестрелябельные патроны калибра 5.45. Найдите пункт обмена, чтобы обменять патроны деньги на другие типы патронов. Понял. Без хорошки, подарись. А старый свой агрегат можешь отдать бедным. Средства от всех проблем. Зазорная над резиной. Смотрите, какая красота! Опять наш хаос. Давай, давай, скотину пьяную. Хороший выбор. Давай. Да, давай вот так. Одна пуля, значит, на 5. Хорошо? А можно? Можно синячить. Дружище, отпусти, пожалуйста. О, все. Господи, с алкашом ведь живу. Солдат, это призвание, понял? Эй, Артём, а. Тебе оружие нужно? Да. Давай-ка посмотрим. Давай. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Угу, забавно. Хорошо. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Угу. Благодарю. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну понял. И противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или армейские аптечки на всякий пожарный. Угу. Так, теперь все, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться, окей? Угу. Понял тебя, дружище. Так, ну пойдем посмотрим, куда мне нужно. Сюда. Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда слово сможет? О, привет! Ну чё, как? Привет, Тём. Здравствуй. Всё, что? Теперь всё как? Вот, на платформе. Да-да-да. Сюда! Да понял я, понял. Ну давай-давай. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Конечно. Готов? Тогда двинули. Точно высветился и повесился. Представь. Твое изобретение – главное орудие убийства на планете. Это похоже, чем быть тем дурным. По местам! Ты, Артём, садись сюда. Никто ничего не забыл? Нет. Все, затарился? Тогда пошли. Эй, пошли. Ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Поехали, да. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артём? Наконец-то свобода. Ну, как тебе сказать? Думаю, будет здорово. И опасно. И это еще круче. Угу. Погоня. Так я покинул родную станцию в первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Понял. Так, единственное, что... Сейчас, секунду. Кадры есть, небольшое проседание, но ладно, это не так критично. Угу. Сейчас я еще одну программку подрублю. На всякий, так сказать, случай.
Стой, подожди, что? Все, ладно, пофиг. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда, покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, ну, да. Давай, двигай. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил. Осторожней там. Но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? В Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Хорошо. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Почему? Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. Согласен. А что у него такого в этом туннеле? Во-во, что там такого? Это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Совсем. Да, сейчас стрельба опять будет. Понял. Поосторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. Будем надеяться. И пистолет мне дали тоже не просто так, да? Сейчас давай, знаешь, как попробуем сделать? Не будем стрелять. Проклятие, голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл. Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно? И жалко их очень. С кем это? С ними. Да-да-да. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! А, что это со мной? Что? Что со мной? Голова. Как больно. Артём, без понятия, дружище. Меня тут сам в первый раз. Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Это еще кто такой? До свидания. Я понял. Ой-ой-ой, как по ушам-то бьет, а? Чуть зря он это сделал. Так. Очнулись с тоннеля. Хорошо. Что? Что происходит-то, а? Черт! Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Очнее, Борис! Ай, бесполезно.
боже, стреляй, стреляй! Нет, подожди. Очнитесь! Или вы все сдохнем здесь! А вот теперь да. Только не говори, что ты помер. Не успел, я понял. Ну, отлично. Возьми мой дробовик. Ой-ой-ой-ой-ой. Не знал, простите. Нет! Гад. Теперь зарядочка. Бежит, бежит, смотри. Угад. Патроны, Артём. Да понял, я понял. До свидания. Бежит. Давай с ножичком поработаем. Ага, тут я, конечно же, не достану. Мы почти у блокпоста. Чуток осталось. Давай, давай. Нормально. Что тут такое произошло? Помоги! Неплохо. Догоним, догоним. Все? Девочки? Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. Ой, самый раз, дружище. Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Хорошо. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артёма, которому ни чудище, ни аномалии ни почём. За Артёма! Да, бухай. За кого напить-то? А, чувак. За тебя только. Ага. Чёрт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Да ладно, все нормально. Медали нет, но есть патроны. Держи. О, вот патроны, это неплохо. За тебя! Давай, Тёмка, за тебя. Давай. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалий? Кто знает? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. Может, не надо? И за Артёма. За тебя, Артём. О, понятно, алкашня. Спиртяжка, что надо. Ух. Так что там с вами произошло-то? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар не выпадать. Такая скука торчать. Так, потрошки, да? Спасибо, брателло. Короче, благодаря тебе вроде у меня сегодня тоже праздник. Невидимую волну. Да не за что. И отрубились, понятно. В тот самый момент, когда на нас бросилась целая орда носачей. Это Артём нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что подействовал. Он отстреливался, дрался как лев. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. Я тоже за такого распрекрасного пацана. За Артём.
Вы грубые солдафоны! Как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. Ребятки, а вам-то как играют? Фильтр. Это для противогаза. Что ты сейчас сказал? Динамит. Помогает от всего. Аптечка фильтра. Давай еще один фильтр возьму. Ну и ладно. Не хватит, в принципе. Что у тебя хороший есть? Выбор. Наконец-то у тебя будет приличная пушка. Угу. Тоже мне. Сравни свою пукалку с моей волыной. Ну да, ну да. Тоже мне. Сравни свою пукалку с моей волыной. Вот с глушителем бы мне, в принципе, понадобился. 34. Ну, как хочешь. Так, подожди-ка. Все, да. Снимем противогаз. А то еще-то я... Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Конечно. Ну да. Так, вау, давай посмотрим, куда нам нужно вообще. Я тоже хотел на ней покататься. Отдайте один патрончик, а? Господи Иисусе. Похоже, мне пора. Запахло поркой. Ты Артём? Да. Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Он такой большой, такой страшный. И от него нехорошо пахнет. Угу. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Давай. Спасибо. Хорошо. Пошли со мной. Пошли. Ну а чё, мальчонок маленький, понадобится ещё. Куда, дружище? Вон он сидит. Ну ладно, мне пора. Пока. Давай, малец, удачи. Ты Артём, да? Да. Садись. Ну давай присядем. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Угу. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Калаш. Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Угу. Калаш он не дал взамен? С патронами. А давай, а почему да нет? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Так, патрончики есть. А... Макс, эксплуатация детского труда незаконно. Отпусти ребенка, зачем он тебя? Владимирский централ, ну, он меня сам повел. Ветер северный, этапом истерии зла немерено. Тяжкий груз. Да, в смысле? Я? Искусство живет вечно. Да вообще. Лежит на сердце тяжкий груз. Я ему заплатил за это, чё? Он мне помог информацией, я ему заплатил. Чё тебе не нравится, Кусь? Тебя знаешь, нет. Ага, хорошо. Заброшенные туннели. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону, подозрительный тип. О, да. Идти с ним вместе в заброшенный туннель глупо.
— говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Угу. Хорошо. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Но если будем друг друга прикрывать, все путем будет. Понял, услышал. Ой, зря. Это просто кикимора. Они на отряды не нападают. Так, дробовик на четверку, вот понял. Если ты один идешь, а три у нас, что это? А, все, я понял. Смотри-ка, патроны, оружие. А оружие можно взять? Оружие взять нельзя, да? Хорошо. Опа. Спокойно. Странный звук. От земли что ли идет? Ага. Это ветер. Слышишь, слыхал истории про поющие трубы? Говорят, нет. Если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? Мне много чего не нравится. Ага, Костя, согласен. Вот сейчас прям полностью с тобой согласен. А тут, ну ладно, хорошо. Допустим. Опа, патрончики. Тем более, так как мы играем на тяжелую сложность, тут нужны патроны. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Так, теперь будь на стрёме. Они по беспределу выступают. Да базариться не удастся. Понял. А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, рабочий. Смотри, не задень банки. Какие бы... Ага, понял. Да под ноги смотри. Тебя любой шум выдаст. Ага, хорошо. Опачки, а это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Подожди-ка. Спокойно. Все. Там еще патроны, правда. Растяжечка. Ну, давай сделаем вот так. Так, под ноги, да, говоришь, смотрите. Понял. У нас гости, кажется. Ага. Ты давай в угол заныкайся и смотри, как профи работают. Понял. Давай. Работай, профи. Владимирский централ, ветер северный. Когда я банковал, жизнь разменивал. Но не очко обычно губит, а 11 туз. Ладно, ладно. А нечисть здесь шарится без спуска. Бери перо, считай трофеи. Все двинули. Ну, давай. Стоит. Баррикад настроили, ну чистая революция. Ага. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь постовых. Кого? Кого? Врагу не сдается наш гордый валяк, пощады никто не желает. Ух ты, ёпт. Здравствуйте, да. Ага. У нас тихо. Спокойно. Гость, у нас гости. Да. Не заметил я стёклышко? Хорошо, поехали тогда. Не торчи здесь, давай вперед! Да попал же, ну. Есть. Это паскуда нашего застрелила! Упыри отрубили!
нас жмур! Что нашего застрелило? А в головку можно попасть? Тяжко это. Что ж, он пивунья такая, да вообще? Да ты издеваешься. Вот. Другое дело. Класс. Хорошо. Спокойно. Да, если сам не лучше. Уху-ху-ху-ху. Спокойно. Как аптечки использовать? Подожди-ка. Да, да. Хорошо. Так, стой. Тихо. Аптечки у нас где? Так, сесть, окей. Угу. Спокойно. Здравствуй, мой дорогой. Ты серьезно? Там не было стекла раньше, алло. Понятно. Спокойно. Настройки, направления, клавиатура, инвентарь. Так. Ага, аптечка. На Q. Понял. Сразу бы так. Спокойно. Одного нашего ранило. А ты откуда знаешь? Опять же, где тут стекла? Это паскуда нашего застрелила! Наш. О. Минус головушка. Мы теряем людей, проклятие! Вообще. Понял. Вот тут вот один. Ну-ка. Головку покажи. Серьезно? Отлично. Да мать твою, откуда? Дурачина, блин. Я в шоке. Минус головка. Сдохни, ублюдок! Да-да-да-да-да. Угу, сидят. Я понял. А, дружище, там нормально все с тобой? Спокойно. Класс. Рельсом тебе по черепу.
умри уже, алло. Я прошу прощения, а давно они такие бессмертные стали? Класс. Погнали, еще один. Ага. Сейчас обойдет. Отлично. Минус. О, сука, опасно. Мы теряем людей, проклятие! Тут где-то. Отлично. А умереть не желаете? Еще бегут. Ага. Кишки вырву. Давай, попробуй. Спокойной ночи, девочки. И вам не кашлять. По стенке размажу. Угу. Патрончики пособираем. Так. Неплохо. Дерусь, дерусь. Не бойся. Отлично. Еще желающие есть? Стойка. Так, это у нас ППшечка, дробовичок, револьвер. Ага, пятый это у нас динамит. Хорошо. А вот теперь давай посмотрим. Вот он. Рельса. Мощное, но медленное оружие. ЛКМ стреляет металлическими шариками. ПКМ электрошоковая атака. Быстро заряжает. Хорошо. Патроны где лучше? Где больше? Так, дробовичок 46 патрон. Хорошо. Ну, поехали. Свои. Ага. Единственное, что, давай зарядим сейчас фонарик. Усюка, сложно. Не думал, что так будет сложно. Хорошо, погнали. Поехали. Просто заткнись и все. Ага. Головушку можно попасть? Можно, в принципе, вот так тут сделать. Нас летит! В вас, мои дорогие, в вас. Все? Да ёп. Не, надо этот дробовик выкидывать. Умри. Спокойно. Поделиться ничем не хотите? Патроны там какие-нибудь, не знаю. Так, отлично.
И щиток. Оружие. Супер. Так, ну и последний. А, ну и последний как раз мы облутали. Отлично. Хорошо. Пошли дальше. Я думал встретить на своем пути мутантов, чудовищ. Но простые люди иной раз ведут себя страшнее монстров. Сколько еще братьев по разуму попытается прикончить меня, пока я доберусь до полиса? Сколько уже игр было и всего такого, как говорили, что люди страшнее чудовищ. Пожалуйста. Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Ага. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне еще жить охота. Понял. Спокойно. Неплохо так. Единственное, что... Ага. Так, подожди-ка. Противогаз у меня одет. Отлично. Ну, давайте! Вылезайте! Ты дурачок, что ли? Потише нельзя было, нет? Ну-ка, подожди. Есть. Порой лучше проверить. Угу. А есть открытая дверка. Здравствуйте, да. Давай-ка проверим. Патроны. Отлично. Здравствуйте. Угу. Хорошо. Тут еще один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добрый вечер. Все, поехали дальше. Ищут. Единственное, найдут ли они кого-нибудь? Это же другой вопрос. Дурачки, что ли? Все, теперь все ништяк, можно идти. А, то есть с ними можно было сражаться, если что, я понял. Походу, видишь, есть право выбора. Спокойно. Хорош. Лучший. Все. Успокоились, ребята. Угу.
Ну и качели, мать его, бога душу. Вообще. Кто? Вижу. Приняли. Ага, все, 17 патронов осталось. Уже так не повоюешь. Хорошо. Давай тогда напоследок оставим. О-о-о-о-о-о-о. Стоит. А залезть можно? Понятно. Хорошо. Не вопрос, друзья, не вопрос. Должен собраться. Серьезно? Не может... Понятно. F. Физика. Ну-ка, пистолетик. Угу. Ладно, пойду гирлянды на стол клеить. Удачи, хорошо поиграть. Давай, Кусь, удачи. Какая лестничка красивая рядом. Засада зубам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Что, героем заделаться или что? Ты ёб твою бога душу. Понятно. Ты как вообще нормально себя чувствуешь? Фух, пробежали еле-еле. Проспект Мира был всего в паре сотен метров. Но Бурбон предупредил, что дорога идет по затерянным катакомбам. Угу. А черт, как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может найдешь его. И ага. Двинем. Шарю, дружище, шарю. Так. Воспоминания, правильно? Ножичек. Спокойнее там. Давай бумагу. Мне что-то сердце ноет. Стрёмное это место. Помнишь наш уголок? Помню. Ну давай, давай! Хорошая решеточка. Ай, ты милая моя красивая. Я вернусь и покрашу тебя красочкой. И смажу мою девочку. Врата открываются. Великие темные врата. Я слышу зов. Затаскивай, затаскивай. А,
за хрень со мной была? Артём, ты слышал это? Ну и песни. Слаще Владимирского централа. Но страшно. Я слышал только то, что ты бредил. Вот что я слышал. А ты, пацанчик, жестче, чем кажется. Не будем стрелять. Ладно. Двинули вперед. Мы почти пришли. Главное, чтобы нас на пороге не сожрали с потрошками. Подожди-ка. Ага. А знаешь, нет, не пойду. Подожди, так я же... Странно. Вроде накачивал. Опа. Уже бегут. Слышишь? Прости, дружбан. Но это я у тебя возьму, пожалуй. Вот и проспект Мира. Ты главный рта не раскрывай, папочка все сделает. Ну давай. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Вы чё, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Ублюдки! Кого вы за собой притащили? Упырей! Семён, заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Артём, держись! Нам сегодня карта прёт! Да, без проблем. Лови, дружище. Так, я понял. Да как ты не умер, алло? О, да. Карта-то, я смотрю, прёт. Ребята вообще юмора не понимают. Хо-хо-хо, какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет же, это Бурбон, собственной персоной. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семён, смотри-ка, кто к нам пришел. Вот хрень! Мы вляпались, пацанчик. Михалыч, какая встреча! А я как раз к тебе лыжи мылил. Угу. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Ну, неплохо. Вот где-то он пригодился. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Угу. Убрать оружие! Кто такие? Выйти на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их! Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник? А может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем.
А вы присматривайте за этим. Не двигайся. Я не двигаюсь, я все. Остаться с этими красавцами. Не-не-не, дружище, пошли. Следи за языком. Не, мы вляпались по самые помидоры. Ну, а ты видел, что это было? На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они нам отработать дадут, ну там типа дерьмо разгребать. Будем считать, что повезло. Ну, на Ганзу нам пути нет. Этот поезд очень трудно пройти, а обойти его никак нельзя, потому что тоннель начал осыпаться. Если меня сейчас кто-то слышит, на меня ответьте. Я тебе клянусь. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро «Проспект Мира». Так, 9 противогазов пристав, да? Хорошо. Где тут магазинчик? Подождите. Поздравляю. У меня громко. По глазам вижу, хочешь догнать. Давай. И спирт, кстати, тоже. Любой. И, в общем, от Смоленской к ближайшей витальной станции туннель очень долгий, потому что Тургеневская станция проклятая и заброшена через знать сколько лет назад. И чтобы от Сухаревской до Китайской добраться... Так, динамит ешь. Исключает возможность не... Чё? Непредвиденного рикошета и зачастую не расстреляет... Не расстается с противником. Окей. Избежал Питера. Давай-ка я куплю вот это. Пятерочка, хватит. Противогаза, хватит. Оружие. С прикладом. Алина, привет! 24. Шедевр от дизайнеров с Кузнецкого моста. Ну и фиг с тобой. А продать можно? Действие продолжается 20 минут. Но если эффект наблюдается дольше 4 часов, ну и фиг с тобой. Любые пули! Любые патроны по курсу ЦБ. Угу. За 2, да? За 3, за 8. За 5. Давай вот этих вот. Купим 30-ку. Вот этих можно взять. 20-ку вот так вот. И вот этих 50. Благодарим. Отлично. За покупку. Так, ну все. Куда нам нужно? Пойдем. Мам, а мам, купи мне крыс. Налетай, разбирай. Вы слышали? Нет. На проспекте Мира кольцевой захотелось мне поговорить с военными, которые еще первые... Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Так. Он, конечно, шматяра нереальный, но тут уж ничего не сделать. Люди. Возьми мой запасной фильтр от противогаза. Мы наверх идем. Опа. Ошибись. Все, выдвигаемся. Поехали. Когда заметили, было уже поздно. Потому что оружие всех внутри сожрало. И стало вокруг Кремля уже... Бурбон? Если меня сейчас кто-то слышит... И снова здравствуйте. Привет. Ты сам не знаешь. Говорит Москва. Ну, давай пульки и проходи. Проспект Мира. Я уже Михи забашлял. И даже другие станции. Но мне-то ты ничего не платил. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. У нас аварийная ситуация. Вот дерьмо. Точно знает, как называется наша голова. Приятно с вами иметь дело. Личный путь. Да ладно. Мы зеленым человечком, это ни о чем не скажет.
Шутники, блин. Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Черт, ненавижу это. Ну, поехали. Все чисто. Давай. Погнали. Удачи. Спасибо. Как играется? Отлично. Как описать чувства, когда после 20 лет в туннелях видишь небо? Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище? Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбон. Добро пожаловать домой. Угу. Отлично играется. Играю я в игру первый раз. Мне нравится. Так, давай сразу, да, противогаз. И поехали. А теперь будь очень, очень на стрёме. Понял я, понял. А вот и счастливые, бля, жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные, но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует, вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастырят, куда добычу сносят. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с визорами. Понял, давай так, посмотрим. Что тут у нас? Ага, если пригодится. Опа. Еще один. Один плюс три фильтра, отлично. Растяжка. Спокойно. Ага. Так, знаешь, вот туда я, пожалуй, не пойду. Опасно слишком. Пошли. Ну что, готов? Да. Тогда двинули дальше. Конечно. Нормально. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухарев. Там мы с тобой попрощаемся. Ага. Мой калаш станет твоим. Мы когда базарили. Ну, понятно, да. Пацан, начкуйся! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, начкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут. Но лично я называю их суками. Ага. Понял. И где твой демон? Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артём. Ага. Давай, прыгай, я тебя поймаю! Так не прёт, а? Поймал. Ловец, блядь. Ты не вступай в лужу, они радиоактивные. Облучишься за 2 секунды. Вон там, где здание ворота. Ему во дворе вход в шахту. Я тебя буду ждать в здании. Ко мне, угу. Не тормози.
Опа. Спокойно. Так. Опа, тихо. Спокойно. Они меня не трогают, я их не трогаю. Спокойно, дружище. Все, больше ничего не спрятал. Что расскажешь? Стрёмно. Нечего рассказать. Мне все нравится. Пока что прям впечатление бешеные. Ага. Опа. А что, все, я больше не могу подбирать противогазы, да? Хорошо. Понял. Поехали наверх. Бещеный, ага. Прям бещеный. Кого? Кого спасти? Жизнь. Спаси жизнь. Хорошо. О, наркомания началась. Война. Сральники. Спаси жизнь, я запомнил. Хорошо. Так, это у нас лифт. Ага. Я вас понял, ага. Спокойно. Где эта чебрашня? Понял. Угу. Мне надо пробежать, пока он летает, я так понял, да?
Здрасте. Спокойно. Проблемы нам не нужны. Так. Дружище, убегать будешь? Или мне все-таки придется себя убить? Не хотелось бы. Ладно. Ну, как бы да. Я понял. Мышка у нас тут небольшая. Спокойно, спокойно. Отлично. Что, давай потихонечку. У, сука! Пошел к черту. Не хотите по-тихому? Значит, будем просто убивать. О, газелька. Неожиданно. Опа. Кто? Спаси жизнь, он может все изменить. Кто? Кто может? Загрузка прошла. Патроны. Ага, хорошо. Кушать подано, сэр. Опа. Стоит, смотри. Качели качались. Подожди-ка. Ну хорошо, давай пойдем тогда вот тут. Понял. Спокойно.
Опять наркомания началась. Звук слышишь автомобилей? Ну-ка, ребят, как вам игрушка по ощущениям? Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спокойно. Ну, дружище, ну зачем? Ну, ну зачем? Нужно тебе это было? Я вас услышал, ребята. Я вас понял. А, класс. Загрызли. Ну давай. Давай, сука. Пошел к черту. Куда же? Тут еще один. Стоять, стоять, стоять. Тихо, 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 тихо. Отлично. Отлично. Супер. Как игрушка. Игрушка зашла. Отлично. Это главное. Так, теперь давай посмотрим, поймем, куда нам нужно. Хорошо. Все? Нет? Нет, застрял. Просто застрял. Так, по идее сейчас будет этот летун. Поэтому давай вот, вот сюда вот. Заберемся. Воспоминания. А, нет. Я понял, противогаз, значит, нет, когда он побитый. Ага. Понял. Так, ну-ка. Есть что? Есть. Безусловно. Сюда. Опа, тихо, тихо. Спокойно. Улетит. Не один. Герми. Да. Привет. Так, слушай, а куда нам нужно? Напрямую через него? Серьезно? Ага. Как бы его так обойти бы. Так, это вроде сбежал.
Ладно, пофиг, давай. Спокойно. Будем надеяться, что просто спугнули. Не горю желанием с ним сражаться. А, ну да. Конечно. Я тебя понял. Спокойно. Вот, сука, неугомонная, а? Заберись. Все. Все. Я понял. Хорошо. Неплохо. Все. Так. Значит, под мостом, да? Так, стоять. А, ну все, это вот как раз где этот. Ага. Хорошо. Давай попробуем сейчас, не стреляя в него, просто пробежать. Вот она, растяжечка как раз, на которую я и попал сам. Есть. Все? Ничего даже говорить не будет. Хорошо. Ага. Понял, вижу. Спокойно. Спокойно. Прости, дружище. Один раз летун, да? Будет хорошо. Ага. Отлично. Так, фонарик. Ага. Тихо, спокойно, не спеша. Берем, проходим, да и все. Летает. Пташка вольного полета, блин.
Ну, как бы да, логично. Опа. Молодца, отлично сработано. Почти, почти пришли, еще один двор остался. Ну, побежали. Вот дерьмо-то! Слышишь это? Слышу. Давай понемногу отходить. Вон эти уроды! Переправа! Неплохо. Помнишь, Артём? Помнишь? Главное, жёлтый снег не есть. Ага. Помнишь? Помню, помню. Спокойно. Черт, черт, сваливаем! За мной! Прыг! Отлично. Усюка. Неплохо. Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Ага. Ну хорошо. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Фонарик тебе не мешает, не? Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Все в норме. Ага. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину, так к хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай! Ну, Майкл, глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать.
Ага. Давай, моя прелесть. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Опа, спокойно. Вот тут вот мне прям нужен глушитель. Калаш. Спокойно. Так. Дробовичок. И динамит. Давай, пожалуй, вместо вот этого калашечек возьмем. Да? Так, а это у нас что? Подожди. Дробовичок. Так давай его возьмем, почему нет? Спокойно. Плюс ножичек. Так, а это метательный, да? Да. Супер. Вот и пометаем. И потыкаем. Спокойно. Стоит один. И сейчас кто-то досвистится. Ага. Ну что же за непруха такая? Вообще. Давай, давай, жену, ну давай, пошла. Чертовщина какая. Никого. Как? Как, объясни мне? Сметательный ножик не убил, серьезно? Ой, ладно, хорошо. Будем по-старому. Ага. И тебе не кашлюсь кровью. А где это я? Оу. Угроза. Тупырь от роди, сдохни! Ага, забраться я уже там не смогу. Лёг на землю или пристрелю нахрен. Ага. Что-то, ребят. Забаговались, хотел сказать. Забаговались, да. У, сука! Пиздюк, блядь. Никого. Крыса, наверное. Поехали, поехали. Калашничек. Дробовичок. И нахрен эти метательные ножи. Хочешь сказать, ну конечно, да. Ага. Хорошо. Тут может это привидение? Да. Привидение.
Да, неплохо. Сейчас бы застрять. Что ли, так кинуть? Да я тебя сожру, если первой не придешь. Дьявол, опять она проиграла. У тебя-то что за проблема? Говорили мне не ждать эту дрянь. А я не Ну ты дебил. Дебил, да. Боже, как больно. Погоди, погоди. Ты что там услышишь? Я сейчас вернусь. Смотри, штаны не потеряй. Ага. Я охерею, если он сейчас прям сюда ко мне подойдет. Бежал. Ну как бы да, не стоило тебе это есть. Что там на горизонте? Да ничего там на горизонте. На горизонте все чисто. Тут никого. Ну что ты? Привидение. Просто ага. Никого. Крыса, наверное. К бою, у нас гости. Как ты меня увидел, Алёша? Нет там никого. С чего вы вообще взяли? И я про то же. Нет уж никого. Спокойно. Ага. Все-таки он убивает. Хорошо. Вот и досвистелся мальчик. Какого лешего? Кто там ползет? Никто. У вас тут все спокойно. Можно вот. Конечно, привидение. Спокойно. Никого. Крыса, наверное. Ага. Просто заткнись и все. Двоих убили, крысу. Сейчас, блядь, это цыпа. Чего? Тебе кое-что отгрызет. Все спокойно. Никого. Как, мать твою, как? Еще бы немного, мне бы кишки твои собирать пакеты пришлось. Я в охере просто. Хорошо. Хотите по темноте стрелять? Давайте будем стрелять по темноте. Ага, сейчас вылезет. Или не вылезет. Давай-ка вот так тут, подарочком туда. В нас летит!
Класс, просто. Ой, господи. Боты видят лучше людей. Класс. Забавно. Привет, Максимка. Привет, Дедринский. Слепой, когда в Dying Light пойдем? Не знаю. Как будет время, тогда и пойдем. Ага. Спокойно. О, господи. Это я, братик, да, я понял? Сука, никак они не дают, а, пройти. Прям неугомонные. Сразу же свет. Спокойно. Что-то странное там творится. Что это? У тебя-то что за проблемы? Говорили мне не жрать эту дрянь. А я не послушался. Вот бы... Сейчас побежит. Ладно, я спать хорошо. Стрим могу. О, хоть завтра созвонимся. Да, можно. Спокойной ночи. Так. Спокойно. Просто заткнись и все. Как ты? Серьезно? Я просто в ахере с этой игры. Просто невозможно. Как? Как они это делают? Где ты меня видишь? Что сейчас будет? Прострел через коробки? Что? Давай, удиви меня.
До свидания. Прострел, конечно, конечно, да. Фу, сука. Руки вверх, блядь. Минус. Следующий. Одного нашего ранило. Ага, ранило, да. Ну что, детишки, так будем бегать? Ну, сука. Ноги вниз. Ну, сука. Опасный. Семнадцать патрон. Не есть гуд. Трупик уже. До свидания. Я твою кишку себе на шею повешу. Да. Ну, сука. Неплохо. Единственное, что, давай противогаз, пожалуйста, снимем. Так. Пошел. Наверху. У, сука. Себе оставь. Засунь себе свои гранаты. Согласен. Вот прям полностью. Я твою кишку себе на шею повешу. Руки за голову. Ага. Обязательно. Подарочек на день 8 марта. Привет, Нелапс. Здравствуй, Игорь. Черт, гранат кинул! Черт, гранат! За пацанов! Ага. Сука, а? Да чтоб тебя семеро, а? Любили. Минус. Все. А еще раз. Сука. Себя убей. Ну как я не попадаю, алло? У нас гости. Есть, а. Патронов бы.
свидания. Зарежу, как барана зарежу. Ага. Наверху. Минус. Вот этого не надо. Себе оставьте. Ух ты, ёб твою мать. Сука. Опасно. Так, это у нас дробовичок, подожди-ка. Тут у нас все, да, нет патронов. Есть еще два патрона. Отлично. Не-не-не, подожди-ка. Растяжечка, хорошо. Ты глянь, живой еще, а? Еще один дамп, как минимум. Сиди, мышка. А можно умереть, пожалуйста? Спасибо. Фух. Так, это у нас... Ага, нет, это я не буду брать, спасибо. Плевать вообще. Ты как, дружище-то? Нормально вообще, да? Неплохо. Тебя натяни. Угу. Ничего толком и не изменилось. Хорошо. Гуляют? Гуляют. Денутся. Ай, сука. Спокойно. Сидит. По-моему, минус глава, да? Ага. Минус головушка. Бегает, бегает.
Ага. Вот тут я согласен. Я сюда не выберусь. Так. Отлично, выберусь. Так вроде чисто. Давай оплутаем сейчас всех. Потому что сейчас патроны нужны как никогда. Динамит, патроны, вообще все, все прям. Так, наверх, 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 наверх. Ага, лестница. Вижу, вижу. Да подожди ты, ну. А открыть можно? Класс. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или пашку снесу. Это Одноглазый или Гонокоп? Артём! Чё за Артём? Са? Можешь опустить свое оружие, юноша. Обидно, печальный, конечно. Но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Ага. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь в Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, что ж, мудрое решение. Даже не раздумывал. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. О, да. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Ладно, ребятки, давайте я, пожалуй, на этом закончу сегодняшний стрим. Вот. Всем спасибо, кто приходил, кто общался в чатике. Прям все молодцы огромные, да. За вашу поддержку прям большое спасибо. Вот. Ну а те, кто будут смотреть это на ютубе, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну а с вами был Нелапс. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.